Благотворительный марафон «Ты нам нужен» пройдет в Иванове с 23 по 31 марта. Оргкомитет уже начал работу по подготовке данного мероприятия. С логотипом пока не определились. Зато известно, что в качестве сувенирной продукции в этом году в продаже будут значки, магниты, браслеты, ручки и шоколадки. Средства, собранные во время благотворительных акций, от продажи сувениров будут направлены в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также в некоторые общественные фонды. Это уже шестой благотворительный марафон, который проходит в Иванове. На первом было собрано 200 тысяч рублей, на последнем – более 4 миллионов рублей. С каждым годом сумма больше, поэтому, с одной стороны, это нас подталкивает, конечно, на более активную работу. С другой стороны, мы понимаем, что расти сумма не может постоянно, да, поэтому мы ставим задачу минимум, получится больше, конечно, мы будем рады, потому что мы перед этим собрали 2,5 миллиона, 2,6, в этом 4,2. Соберем больше, я думаю, что будет очень хорошо.